שמו של הנושא זה תפילה. אה... ציימה כתורים מבואים סיוני רסמדריץ' איתה מליטווה. אתם ראיתם שאני שלחתי לכם סקר שאלון כזה וחלק מהאנשים ממש השתתפו וענו. ואני פסלל ועם בצאפי? В WhatsApp я послал вам такой маленький опросник, и некоторые из вас действительно приняли серьезное участие в нем. К сожалению, почему-то немногие в этом приняли участие. 31 человек таки, да. А Показать вам результаты, без имен, без ничего, просто статистику. Было несколько коротких вопросов. И причина, по которой я решил сделать этот опросник, чтобы просто посмотреть... В каком состоянии мы находимся? И вот первый вопрос: я молюсь. Они медпалель. А им есть зман Если у меня, когда я молюсь, особенное, специальное Регу, время рагу, для молитвы? они медпалель

из 31 человека, которые участвовали в этом опроснике, 35% сказали, у них есть специальное время, когда они отдаются молитве. И примерно та же самая, э, тот же самый процент, 35 процентов. А они молятся, когда бывает возможность, они тут и там молятся. Знаешь, погам откольменый, тоцалот, маж ты меня холим лекро. Есть другие 9 процентов, практически не молюсь, 10 процентов и как бы чего-то другого. Еще, Еще 20. и есть те, говорят, я только иногда молюсь, или вот когда есть нужда, тогда я молюсь. Давайте мы перейдем а к следующему. И второй вопрос был. Как мелко пишите, ребята? Чернила жалко? Да. Ины, не я, нахон. А с поит кавантили машу мы суям, канире лёг и вину, ки за лёй стадерли има то цаот ми пэры И я что то особенного хотел от вас, но не все поняли. Поэтому... А шила айта, ше бэмэт за Вопрос был в том, если таки я из тех, которые действительно выделяют специальное время на молитву, то вот сколько этого времени у меня есть вообще-то? Сколько я времени априори посвятил тому, чтобы а на молитву? если мы за Пам бы ем ли фахот, килю. запланированная, моя молитва, она случается или раз в день, или минимум два раза в неделю, или один раз в неделю, или... Еще какой-то. А давка арбаим бы хамеша хус бы мы там руша пам боем ем я шлем тфиля мамаш мугдешит зманки или мугдаш ли тфиля. И вот 45 процентов заявили, что у них есть каждый день раз в день, видимо, когда они просыпаются, говорят, сладьте, господи, и это у них Вальга мочлошим молился. Гамочлошим вехаме шахуз лима таки люем гам байцы мамро то даваш они лифаход шлоша помим бием ешле зман мукдашле тфеля пам бием аз экцатлоиста дели кишам рак шлошимахуз

но я рад уже тому, что у нас действительно есть такие люди, они есть, которые выделяют специальное время и которые регулярно в этом, в том, что они делают, молятся. Or, и были были такие вопросы типа считаете ли вы что все ваши молитвы которые вы озвучиваете перед Богом они действительно он их слышит или из чего состоит моя молитва из благодарения, прославления Проение или просьбы ходатайство покаяз да. в основном 97 процентов практически это благодарение 67 это прославление 74 это прошение и אני חשבתי שיהיה פה רק, הנה, זה שאני מבקש מאלוהים וזהו. (אומר בערבית: (אומר בערבית: זה לא נכון.) אז גם שאלנו באמת, אם אתם חושבים שהתפילות שלכם מגיעות לאלוהים, כמעט כולם אמרו כן. И а поскольку у нас все уже при, практически знают правильный ответ, это на вопрос, считаете ли вы, что Бог слышит ваши молитвы, все сказали, что, конечно. Шальну гамма, има там была шонот. И спросили также стра... мусе, а, ахувшель, странный вопрос, который любит Ифраим. Жена тоже любит. Вот э, по поводу молитесь ли вы э, на языках? А там роем по Тамид Вот почти всегда 45%, процентов, иногда 35%. Интересно, когда это иногда случается? Э, а? Да. No. Да. И на вопрос считаете ли вы, что Бог слышит ваши молитвы? 83 процента, 84 твердо заявили, что конечно, точно. Скорее всего нет. Три процента? Не знаю. Вот. 10% процентов и еще там три процента. В им мы Ага, и самый интересный вопрос получаете ли вы вот слышите он слышит вопросы слышите ли вы от него в как бы в ответ и вот всегда сказали всегда это 48 процентов иногда 52 процента крайне редко ну, вообще никто не вообще такого не бывает и то есть или всегда или иногда האמת רציתי להוסיף עוד כמה שאלות אבל פספסתי אותן ואחד מהם רציתי באמת להבין כמה זמן התפילה שלנו זה היה אולי מראה את הערך אולי יותר אמיתי אני А сколько продолжается вот это ваше запланированное молитва? Если человек пишет, что каждый день я молю четыре дня, четыре а раза на дню, ну перед едой, через полник и обед. Да. Вот. И, а вопрос, сколько это продолжается, это в секундах, это в минутах, это в чем это?

мне с этого будет. бахур цаиро бахура нор ли Особенно молодой, полный сил человек или девушка, они говорят. Нахон Рафаэль. Что оно мне сдалось вообще? Я молодой, красивый, у меня все есть, у меня родители все покупают. Че еще надо? Вы маза бехлаль филя. маза амусагаза. что это такое, Что это такое вообще? Молитва?

когда мы говорим о молитве, мы говорим об общении с Богом, когда ты открываешь, изливаешь перед Ним свое сердце, когда ты выкладываешь перед Ним намерения твоего сердца, твои надежды, твои упования и ведешь с Ним диалог. Это уединение.

И первое, это построить личные отношения с Богом. Я потом подробнее Никуда. об этом расскажу. Вторая вещь. Вторая вещь помогает тебе реализовывать желание Всевышнего и надеяться, то есть для того, чтобы ты мог его волю исполнить, и должен услышать ее, должен узнать ее. И вот это вторая вещь. И третья вещь, третья вещь это то, что должно производить тебе внешние и особенно внутренние изменения. Что-то тебе не хватало, что-то было неправильное в тебе, что-то было искривлено, и вот оно изменилось, оно восстановилось, оно стало э, правильное и хорошее. И четвертое – это сила влияния. То есть молитва дает тебе силу изменять ситуации, все, что вокруг тебя происходит, ты можешь изменять это, влиять на это. И пятая вещь, которая очень-очень важная и релевантная для нас, это молитва как оружие.

Я думаю, что всякий верующий человек, он предполагает развиваться в своей вере. В духовном, в духовном плане. Как это, как это работает? Как я могу познать?

но все это оно э, хранится в нашем знании и один проповедник, который он англоговорящий да, mm -hmm. он об этом говорил несколько недель тому назад.

и он тебе просто даст целый талмуд, целую книгу о том, что это, когда он встает, что он делает, когда просыпается, что он любит, что он кушает, какие у него отношения с начальством, те, сей, пятый, десятый, все. То есть ты можешь знать колоссальное количество информации о каком-то человеке, но ты не знаком с ним лично. И мен ли хаяха Если у тебя нет личного отношения с ним, если ты не чувствуешь его, а зато то алео яхоль гам лаеви, это что довар, лецоре, это что довар хадаш, э, то ты не можешь сотворить что-то новое, что-то создать какую-то новую ситуацию, которая связана с этим человеком. Кламар, аколь не шарец лехарак боеда. Все остается на уровне теоретического знания. Вот и так же может быть со Словом Всевышнего. Мы прочитали, мы все узнали, мы все себе поняли, но мы не знаем его лично. Есть множество исследователей, комментаторов, которые uh, чуть ли не наизусть знают всю, всю Библию, но при этом личных отношений они, не, они в принципе не верующие. И вот если мы действительно ставим перед собой цель познать его лично, устроить с ним личные отношения, и понимать его и чувствовать его, то это приходит только через молитву.

то, что они не имеют личных отношений с Богом. И может быть ты девушка или юноша, который с детства уже услышал все эти библейские сказки и все этих героев выучил, и даже стихи тебе, тебя заставили разучить. И себя. ты, у тебя есть прямо целая таблица в, в уме, это хорошо, это плохо, так делай, так не делай. гадель вы гадель, и вот ты растешь и растешь. Но если у тебя при этом нет личных отношений с Богом, если, если ты не уделял это, ему свое время, время от своей своей жизни, если ты не говорил с ним лично, если не ты фанав. не изливал свое сердце перед ним, то вся эта информация, которая проносилась с самого раннего детства, она пронесется мимо тебя просто. ты в И потому что однажды, когда ты столкнешься действительно сложной, и тяжелой ситуации в своей жизни. Она, эта ситуация просто сломает твою... А та геш има хахам бородха. И если ты встретишь с чем-то, что покажет тебе гораздо мудрее всего твоего знания, вот, это вот эта вот мудрость, которую ты встретишь, она разрушит всю тво, все твое знание о Боге. А иши и Но если ты имеешь личное отношение с Богом,

и когда мы стремимся встретиться с ним и посвятить ему время, это не говорится о том, что вот ох ох ох, мурашки побежали, и вот это вот я хочу почувствовать. Вы помимо работки нахну скукимло. Э да часто как люди как маленькие слабые люди мы нуждаемся в чтобы нас кто-то погладил какой-то мурашек там чего-то такое чтобы почувствовать чтобы нас пожалели а тароце бы мечче таторгишь машу вау гашки машу машу и на удкибальти и вот ты хочешь чтобы ну действительно что-то ну ты Не в пустоту чтобы что-то почувствовать вот ободрение получить вот а, -а, -а, -а да 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 а вальзелё товара хашув. но это не то не 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 самое главное в наше имя да бог дает э, тебе такие вещи тут и там авальальти тракес бы закизеррак товару уба бы я ход у за товар ноав невозможно сосредотачиваться на этом потому что это что-то дополнительно это побочный эффект что называетсяги шаем ешь махарен потому что э, твои и э, твое эмоциональное состояние сегодня но есть завтра его нет вы монах но бым митро зим оля и

И нет ничего, ты ничего не чувствуешь. И ты думаешь, что это все время напрасно. Чем я буду вообще заниматься этим делом? И сатан использует э, эти твои мысли за И нередко он тебе дает эту идею, что вот самое важное, если ты почувствовал, если ты действительно пережил какие-то эмоции, вот это вот оно и есть. Вот и если ты почувствовал, филяза Это тогда духовная молитва, да. Это неправда, это ложь. Наши эмоции, наши чувства это, — это, это, это фантик, это, это дополнительное что-то. Короче. Молитва и время уединения с Богом – это то, что строит наши отношения, то, что продвигает, улучшает наши отношения с Ним так ты можешь понять, познать его лучше Вторая вещь вторая вещь это как мы можем надеяться на него опираться на него в нашей жизни как мы можем творить его волю кем отдаем а там место кельбы готовим, а то роем мецвод мы А умер онилёя холька И вот э, нередко ты смотришь на текст Писания и ты видишь определенные заповеди и ты думаешь, ну это уже перегиб немножко, и тяжело мне это все. Вот это это. А нелёба ну или за меня, я, Есть захульет. люди, которые для которых это да. Я я просто по другому устроен. Там иркашелилиасот Мне тяжело исполнить вот эту заповедь. А ёмдебарно ольмоше? Мы сегодня говорили о Моше. Ма они лехли мецраим, они ловили дабер. Чё? Я он говорит, я обойду в Египет, я вообще заикаюсь. Пошли кого-нибудь другого. Рацион шелилуйм мешугаказу. Эх они Это совершенно без 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 этого самого кого? Без... Сумасшедшая идея вообще, Бог. А что он тебе думает? Но мы видим потом, он идет, и он делает, и он говорит, и он разговаривает с фараоном, и он ведет за собой народ. Он руководит с огромным народом. Ихуд. Зман а качественное время с Богом оно изменяет тебя. Зе нотен лехалавин бим это торационо. А она, она позволяет тебе это время проведенное вместе с Богом позволяет тебе понимать Его волю. Так что, кшеш лехаяхас сентими, яхас иши, яхас ихути тов нагидим бахур ве бахура. Подумайте, например, если взять для примера юношу и девушку, и вот у них есть особенное такое время, когда они встречаются. И они, они узнают, какие интересы, какие нужды у каждого. Что, что любит один и что любит другой? Волчатай карта, где-то руцэ балехалиасотец, балехалиасот, машютовлю, то бы надам. И когда ты это познаешь, тебе хочется, что-то сделать хорошее. Вот ему нравится это, я ему сделаю это. Он любит вот такое, а я ему нет. Забибгаму то даварам елоим, а там отхилля вин это рацуно там отхилля вин ма ма их ма мау руцэ, ля ну когда мы говорим о наших отношениях с Богом, то это Он очень часто приводит такие примеры на людях. Он говорит, что познайте меня, узнаете, что что Он хочет, что Он любит, что что Он ожидает. Если ты не проводишь регулярно с ним время молитвы. Как же ты можешь рассчитывать, что в каких-то серьезных испытаниях он вдруг раз и придет, и, и почему ты вообще можешь судить о том, что, э, Эху он, э, что он будет верен? Эху э, вдруг у него будут какие-то другие дела? Может быть, он оставит тебя в это самое время? Аз... И, и, и все и это можно достичь. И вот знание того, что он хочет как, что он ожидает, можно достичь только молитвой? Э, молитве. Ты хочешь измениться? Каждый из нас он нуждается в том, чтобы изменяться. Nie domim le Yeshua -Mashiach, le каждый из нас э, стремится к тому, что, чтобы приближаться и преображаться в образ Мессии. Он написано, что Он возлюбил нас еще в то время, когда мы были в грехах. в грехах. И когда мы приходим к Нему, Он открывает нам, что э, в нас есть плохого, что в нас не соответствует тому образу, к которому мы стремимся. И, поднимите руку те, которые э, э, уделяют время, и, и оно не изменяется. Hello. Нет? Есть ли хат варим, чем африм, лиха бхаим, лайба офиш, лиха мза? Да. Ватанилхам мза? Да. Ми. А, если у вас среди вас такие, в которых внутри есть какие-то вещи, от которых вы хотели избавиться, и вы с этим воюете, есть такие? Есть. Кимат кулям. И почти все подняли ребята. ну.

Открывает тебе то, что нуждается в изменении. Иногда мы даже не отдаем себе отчеты, что во мне есть что-то неугодное Богу, что я делаю. А вали ли фамим биме от илоим, им азману маре, омарины, зега мне шарлаха занавшат от царих лохтохота. Ух ты. Да. А, но Бог обр... Духом Своим а, открывает тебя. Смотри, у тебя есть, оказывается, хвост, который уже давно надо отрезать. Но зеленые против бы возражали. Сейчас не разрешают. Не разрешают хвосты? Не разрешают? Нет, к выставкам не допускают собак, которым отрезали хвост. Да. Это не про животных, это про людей. Ой-ой-ой. Да. Короче, вы поняли. А там, Только отношения с Богом, только Бог через эти отношения может принести в твою жизнь изменения. Он может дать тебе другой взгляд на то, что происходит в твоей жизни. Ты нуждаешься в том, чтобы прорваться. Что-то тебя сдерживает. Ты хочешь вырваться из этого? Это может произойти только через молитву. Сила влияния. Это какой номер? Четвертый, еще немного осталось. Сила влияния. А, это для начала, да? Понял. А Анахну корим бектувим, что талмидим шел Иешуа, алху, итпалилю авуру нашим, гершу шедим, мы, мы видим в Писании, в Новом Завете, ученики Ишуа идут, они изгоняют бесов, они исцеляют, они творят чудеса нахну little... А мы как будто такие хазаким-камойм. Не, кака такие туда-сюда ни к чему не год. Иматам авир зман имелоим, за яхол латетлеха кох. Если ты проводишь время отношений с Богом, то это то, что дает тебе силу. Так чего эхатаяхол латетле бынадам, что свифка, что свифха Ахава имен лехаота. Ты не можешь дать человеку то, чего у тебя нет. Если ты хочешь любить человека, ты должен иметь внутри себя любовь. Если ты хочешь быть таким терпимым, как же ты можешь быть терпимым и являть свое терпение по отношению к другим людям, если внутри тебя все время нервозно. То есть ты не можешь поделиться тем, чего у тебя самого нет. Но Бог, и только в молитве, Он может наполнить тебя всем, что тебе недостает, чтобы ты мог делиться этим. Может быть, ты э, иногда сердишься на кого-то. Он, может быть, сделал тебе очень плохое что-то закук леслеха болевшенха. И ты нуждаешься в том, чтобы простить его своим сердцем. А болен леха слеха? Но у тебя нет этого прощения. Эй, не, Наталья. Нет, и все. Если харакас, а у еш тебя еш еш есть на Гнев праведный, у тебя есть месть. Таро целин комбо. Ты хочешь и дать ему как следует, чтобы почувствовал. Вот там увидно, они вали мамин, то в лефахот они лоинком. Но, но ты о себе то. знаешь, что родители учили, верующие вообще-то не мстят, так вот прямо вот, вот так. А Но где же тут любовь? Рак бы тфила, вулай тфила, а рука бы отмада. Только в молитве. возможно, даже в длинной, долгой и uh, постоянной молитве ты можешь достичь того, что твое сердце наполнится любовью. И so, так so, молитва mm -hmm. может uh, очень сильно mm -hmm. повлиять на то, каким ты станешь когда ты пребываешь в присутствии Всевышнего под его облаком, то а, вокруг тебя открываются двери. А бы И ты обращаешься к человеку, ты несешь ему благую весть, и он вд оказывается, с легкостью открывает свое сердце. Есть что-то особенное вокруг тебя. Потому что э -э, не только ты сам изменяешься, но вокруг тебя изменяется нечто, что-то устраивается э, Духом Святым. Помните, 40 дней, 40 ночей Моше пребывает в уединении с Богом на, да. на горе, и он сходит с нее, и, а лицо его сияет. Он даже не знал об этом. Написано, что он не знал. А, вот, пожалуйста, вам влияние. Он даже не знает, но все вокруг знают. Он видит и от. пними, Если что-то происходит внутри вас, изменяется, это обязательно проявляется снаружи.

но как он может пойти с тобой, если ты его не знаешь, если ты не провел с ним время, если ты не имеешь отношений с ним. Если ты прочитал в Библии, что О, Бог есть любовь, этого недостаточно качественное время вместе с Богом. И пятое, о чем я хотел бы поговорить, это молитва как оружие. Несколько, несколько Неск... Неск... недель тому назад я э, э, гва... э, э, проповедовал о духовной молитве. Да, yeah войне, духовной войне. Коль хад метану, коль нахну И мы говорили тогда, каждый из нас, каждый человек, он на фронте, на войне. Мы не, наши э, брань не, не против крови и плоти, мы не один с другим воюем, но мы воюем против דוחף. אני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה עוד פעם, זה אלה יפסים, פרק 6. יפסיאנם שסטייג לוואיך את שופט שיטטי. זה פסוק 12. כי לא הם בשר ודם מלחמה לנו, אלא הם רשויות ושררות עם מושלי חשיכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים שבשמיים. Потому что наши брани против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы, поднебесных. То есть мы, мы находимся на войне, и враг, он очень сильный враг. Он знает все Твои э, слабости. ותחשבו מי кем באמת היה רוצה להגיע לשדה И подумайте, вот ситуация складывается таким образом, что вы должны участвовать в войне. И кто бы из вас хотел э, при, прибыть на место сражения без оружия, без защиты, без ничего? Если вы не знаете, что немца бы в мокет от Потому что, ну, во-первых, если ты даже не имеешь представления о том, что ты а, находишься в э, центре, э, в месте, а, э, которое атакуется все время, ты, ты страдаешь, тебя атакуют, Но и ты даже не понимаешь, почему это происходит, откуда это все берется. И все физические вещи, все обстоятельства, которые происходят с нами в нашей жизни, они все имеют духовный источник. Это не, не, важно, не зависит от того, верующий ты, э, ты веришь Богу, не веришь ты Богу. Итак, если мы находимся на войне, то Бог хочет, чтобы мы имели Орудие воинствования. Я хочу, я хочу предложить вам, э, 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 как она точно называется? Милхама В общем, в Ютубе примерно месяц тому назад духовная война, Дима проповедовал, посмотрите, это поможет. Аз они роте, шанахну ника. Я хочу, чтобы мы прочитали еще. В 18 стихе это в тех же Ефесянах 6 стих. И, и вот Бог предлагает uh, оружие, инструменты, которыми мы можем воевать. И один из них это молитва. Всякую молитву, 18 стих, и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением у всех святых. Во-первых, Бог хочет, чтобы мы да молились. У Гам Катув по че ешь по тфиля бы руах. И здесь uh, есть такое понятие молитва в духе. Молитва духом. Катув Гам, что за царех лед бы отмада. Написано также, что это должно быть с постоянством. <мышл> э -э -э важно бодрствовать в молитве. <мышл> И э -э -э здесь идет речь также о ходатайственной молитве. То есть это молитва не за нас самих, может быть, а за кого-то другого.

то тогда ты можешь многие вещи, которые связывают тебя, которые не они позволяют тебе продвинуться дальше, ты можешь разрушать эти вещи. В Евангелии от Матфея написано, что все, что будет связано на небе, будет связано на земле и наоборот. <Tonight>

Оше ата роеше машу корей ему тобы нада, мы за что машу машпи алав, вы умитнаек бы цура. Или ты видишь Шонакшав. человек, он каким-то образом ведет себя, но ты видишь, он, что это явно не он, что, что на него влияет что-то и поэтому он ведет себя таким образом. А с ну бы торма миним коах ля цорадзе. И э, э как э, э, Верующие, мы можем и мы имеем силу останавливать это, это. И нам важно делать это, и важно молиться за людей и важно а, связывать определенные духовные вещи. Лавинит, баеце, руах. Ну, только желательно для начала понимать, что ты собираешься связывать, что это за дух, чтобы не навязать там этих самых

первое, мы читали об этом, что одна из первых вещей – это постоянство. Есть неоднократно не, 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 не апостолы говорят, важно молиться постоянно, постоянно, постоянно. Что это значит постоянно. Маза умер мада, вот что это значит? Это вопрос. Спасибо большое. Мазы? Что это? Вот что это постоянно? Это что? Регулярно, Регулярно что? говорят. Раз в, раз в месяц это постоянно. Мими okay. кем Осе спорт, Тариму вот спорт, спорт, спорт кто из вас? Вот сейчас вот да. И не ешь по днор, спорт, спорт, по спорт, по спорт. Вот два спорта здесь есть у нас. Шезы... и три. Хеликметану спорт. Да ты что? Okay? Hello, нет, в смысле цари им были. А цари им были. Что это такое? Царь некоторые царь. до сих пор цирим. А, короче, поэтому... некоторые из нас, когда были молодые, то что некоторые уже перестали быть молодые. Так вот, некоторые, которые были молодые и, и занимались спортом и чего они? А за то мы видим, что им отароцеля сигмашулягели за что тоца. Толюэхол лаво. Памбашваем за маспиктов. Кенуло? Ло. Вот допустим, памбешавуозема спектов, Рафаэль. Тогдали? Ло. А с кем Да, но Лолиакзи. Кем мы метовлясяг? То ца. Шалош пами памбешаво. Короче, короче, хотите научиться 50 отжиманий, жим сверху на перекладине три раза в неделю и когда когда это будет? Есть три раза в неделю. Через два-три ну, года Рами говорит: а там отхилля отмид, два там отхилля рот, это тот соот. Короче, ты начинаешь с постоянством делать что-то. Это на самом деле не, не только в молитве, вообще в любом деле. Ты делаешь что-то с постоянством, и ты видишь, как ты начинаешь продвигаться. по диета. Диета, кто? О, это вообще улетает. А им бы диета. Ма эхадме абайот бы диета. Постоянство ваше. бы нада... Раз в году диета хорошая. Лама Пом... бы махарках, Почему человек, который занимается всякими диетами, он их прекращает и тут же возвращает весь свой вес, и еще, еще семь злейших приходит. Почему? Почему? Почему он возвращает весь свой вес, еще с прибытком? Он и всех, потому что может и не начинать. У и всех, а сколь мачо шум Короче, если он что-то делал и он прекратил. И гамру гамроцели сик цаот, а за та, смеха, Если Дахон? ты действительно хочешь достичь результатов, ты должен. Диета, кольем Каждый день диету. И какие-то безумные люди, я не знаю. Диета. Локолиха царих диета. Точно. Не каждый... Омер, ото давар бы тфиля хевра. Има та роцели кабель то та царих шелеха атмада. Это правда. Если ты хочешь достичь результатов, ты должен в этом быть постоянен. А та царих гамлявин, шелефамим, пам бы ходишь, зелё спик. И, ну, как бы разумный человек, он понимает, что какие-то вещи, если ты делаешь только раз в месяц, это, этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию. И крема, может быть, что-то такое произойдет там. Но это недостаточно, чтобы действительно сдвинуть какие-то серьезные вещи. Это недостаточно для того, чтобы изгнать сатана и со всем его лагерем. И мы в

Постоянно, я должен вот это вот постоянно. А что это такое молиться? зман, диш зман. Вот ты должен взять и выбрать себе какое-то время. Иешуа говорит просто, если хочешь молиться, зайди в комнату, затвори за собой дверь.

Ладно, Господи, сделай что-то. Это тоже как бы ничего, но это не то, что мы хазак, а а это рука Но если ты часто кушаешь и все время во время еды ты благословляешь, <говорит> это, но ну, это образно, образно. Это не надо буквально понимать. Короче говоря, если ты постоянен в чем-то, то оно действительно оно все равно производит какие-то изменения. Короче, если я ты не, не, гигант прям молитвенный какой-то, вот по чуть-чуть ты вот, но ты постоянно, постоянно. Я Нет? Я понял. Я, неправильно понял. Они умер, бы надо, а я Бэтмадабатфиля, рагиляль, машинахну мы добрим. Так. Гдулявы хазака. А захарка гам дворим ктанимши умер. елем кох. Короче, если вы накачали себе мышцу вот такую в молитве, если постоянно, 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 то даже маленькое ваше слово где-то, оно будет иметь силу. Правильно? короче должно быть время которое вы постоянно посвящаете один на один без жены без жены <coughs> жена за <-тосефет>, кит <coughs> короче без жены, оказывается, надо <coughs>

короче надо именно богу уделять время и важно в это время не спать То есть... Бодрствуйте. бодрым 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 на бодрым 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 Короче, бодрствовать, прям вот энергично щипать все время себя, не спать. А мы вот, если мы говорим о бодрствовании, ас хашув мацав агув шелха, мата Очень важно. Омед о. Шохев. Покрыт одеялом или не покрыт? Кен. Очень важно, когда вы заходите в комнату и собираетесь молиться, важно состояние вашего организма, вашего тела. Вы сидите, стоите, лежите. Мы нердам рдам без Кто-нибудь засыпал когда-нибудь во время молитвы? Тариму я, и на ней тебя, Я, я много раз. Это он. Анахнуюдим, они, кем? Анахнуюдим, что Луи мумерлану, что они и мы, поскольку мы читаем все Писания, мы видим слова, где говорится «я буду показывать вам сновидение». А как можно увидеть сновидение, если не спать? И вот ты вот приходишь, ты с утра пораньше встал, чтобы молиться, зашел, как бы, там в... отхилит поле, ты начинаешь молиться, вас и ты чувствуешь, и ты уже видишь не первый как бы сон почему это происходит? Это и цветные фильмы, все пахнет хорошо и красиво и замечательно. И это, оказывается, не от Бога. Почему? Потому что ты принял такое положение своего тела, что оно так расслабилось, так ему приятно. Да, Сразу начинается следующая серия. Невуа. Пророческий сон. Hello. Нет. Шигду. Тию Будьте бодры. Иматанирдам Если у тебя хроническое э, видение снов во время молитвы, старайся стоять. Есть люди, которые стоя спят. <связь> Но это редко. Это Ракула я та, не, uh, uh, не вот это у меня. Нет. Тамду, тамду батфиля. Просто встаньте на свои ноги. Встаньте на свои ноги. Там юдим ба... малахим аз, вебихлала, анашим. Шанахну мы Эмит Вы знаете, что э, в свое время, ну, это было давно, правда, во времена нашего отца Авраама и и его сыновей, они когда молились, они становились на колени. И они э, вот с такого колена преклоненного э, состояния взывали к небесам. Альберкаем гам кцат кашели радем, зелен зеленаим. Лашевет Но если прислониться к стенке. И э, Да. Но ну, на коленях на самом деле тоже тяжело э, засыпать. As as -be -e da, -it Isp используйте это. -a -a Выберите такое положение вашего тела, которое заставляет вас бодрствовать стоя или на коленях. Неважно, молитесь. <потом> Потому что если это все, все ваша молитва в конечном счете все время заканчивается сном,

Потому что иногда или ты просыпаешься после чего-то там, я не знаю, или вечером после э, всего дня, у тебя нет желания, у тебя нет настроения. А ты очень устал. Ты? Нет сил просто. А Но ты, у тебя есть время, вот сейчас время молитвы. То есть, смотрите, если вы заранее это не запланировали, то как бы не уделяйте времени Соответственно, нет Alors, есть אנשים, баталит. Вот есть люди, которые берут талит. И тогда само по себе уже над... с момента а, а, облачения в талит они уже пере, начинают переживать какие-то вещи. И ты можешь видеть в талите символ покрытия Всевышнего, как Бог, а обликает э, э, тебя своим духом со всех сторон. А ты пошут ли с горы и ты можешь э, закрыть глаза. Лама помим бы с и Почему мы за что Почему мы часто молясь закрываем глаза, ведь Библия не говорит, что закрой глаза и, и тогда молись. тракез. Потому, Потому что, что это то, что помогает тебе сосредоточиться, сконцентрироваться на Боге.

И воздай Всевышнему обеты Твои. И шалош, Ис, э, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем Своим, тому явлю Я спасение. Э, Молитва благодарения что-то очень важное, когда ты благодаришь Всевышнего.

что Бог реально сделал в твоей жизни. Что Бог делает в твоей жизни день за днем, начиная с утра и до самого вечера. Он говорит, принеси мне молитву благодарения, потому что это то, что почитает меня. Когда ученики обратились к Ишуа, научи нас молиться, Он говорит: Отец наш, который на на небесах, да прославится имя Твое. Это uh, молитва благодарения. Uh, дальше Он и заканчивает тем же самым, Тебе принадлежит слава и честь.

И если ты что-то сделал хорошее для человека, и он тебе не считает нужным сказать, поблагодарить тебя, ну, точно ты на него рассердишься. Слегка. Мы часто так говорим, ну, я его такое и такое сделал, а он мне даже спасибо не сказал.

Используйте те вещи, которые позволяют вам сосредотачиваться на Боге, быть бодрствующими и не засыпать. И написано, молитесь в Духе. Молиться в Духе это значит молиться на языках. Молитва в Духе это дар Всевышнего

Потому что ä, часто ты даже не знаешь, о чем мы об этом, об этом молился, не знаешь. О ты милой, не мёдь, Когда не ты молишься аф. на языках, ты молишься на непонятном тебе языке. И, ник и, никто не понимает. Ты просто раскрываешь свой рот, предоставляешь духу э и производить какие-то звуки. Но это очень помогает тебе, чтобы но часто это помогает тебе проложить как бы путь, э, прорваться. Ты, может быть, устал, ты, ты, у тебя нет настроения, ты не знаешь, о чем молиться, э, многое на тебя свалилось, ты начинаешь просто молиться на языках, и это...

иногда вот я я могу из своего опыта это сказать. Ты начинаешь молиться на языках и вдруг ты начинаешь в своем разуме понимать, о чем ты не понимая слов молишься. И таким образом как бы тебе открывается э, направление, и ты можешь э, перейти уже на понятный язык и молиться в этом направлении. Если у тебя нет этого дара молитвенный на, на, языках, ты можешь просить Бога, и Он даст тебе. Еще одна дополнительная вещь очень важная. Затфиля и мыштыха. О, беквуца. Аллилуйя. Э, важная вещь – это молитва с твоей женой. С твоей. за <говорит> Написано, там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Помимо работы нашим, кшешомим, это посука за...

и бывает так, что ты молишься и молишься, и ты чувствуешь, что ты вот сам по себе один ты не можешь прорваться. А от И ты чувствуешь атаки со своей со всех сторон на на твои обстоятельства. Не пренебрегай тем, что чтобы молиться с кем-то вместе, тогда ваша молитва усиливается.

Когда мы можем поддерживать или ободрять человека в нашей молитве. И в этом есть сила. Особенная тема, я думаю, что очень актуальная для всех нас, это молитва за исцеление

о э, признании грехов. Бесефер Яков, Беперек Хамеш, Катувшам Шатем, Тидваду и Хад Муляшини, Вастит Палилю Авурипуй. И э, написано у Якова в послании в пятой э, э, главе, что вы исповедуетесь друг перед другом и потом молитесь, и а, э, за этим последует исцеление. Митсадшеникатув, шелефамим иматахоле, шеяво, зекнеки, ла, им бы, бышемин бе... ид полилу. Вы астикабельгам слыхат хатаим. А и иногда написано, если ты болен, призови старших, они придут и они помажут тебя маслом и они бу... помолятся за тебя и тогда ты получишь прощение грехов. А за ними манихше лифамим ешь микры мы суюмим. Бы надам леохолика бел рипуй. И я думаю, что есть определенные случаи, когда человек не может получить исцеление, исцеление до тех пор, пока он не исповедует определенный грех. И очень важно не закрывать на это глаза. И потому что часто, когда мы молимся, мы даже не спрашиваем и не предлагаем человеку, может быть, ему стоит в чем-то исповедаться.

Написано дальше, что когда я молчал, тогда я почувствовал а, руку Всевышнего на, на мне, и у меня были неприятности в жизни, и потому что а, а, я хранил что-то внутри себя, какой-то грех. Но когда я исповедался перед Ним, и тогда я почувствовал, вот пришло исцеление. Бон и арба. Из 31-го псалма. С 4-го, 4 и 5 стих. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступление мои. И ты снял с меня вину греха моего, и шестой, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Видуй за от хашу в батфилот Исповедание это очень важная часть наших молитв. Анахну мецад ехад ношану, а валь мецад чиня анахну мамшехим лахто. С одной стороны, мы спасены, с другой стороны, мы продолжаем грешить. И иногда мы падаем тут и там. Прийти и исповедаться перед Богом. Это очень важно, не скрывать это, не 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 закрывать <служие> это <в себе. служие> Иногда ты должен вынести свой э, грех э, на свет и, э, то есть, пригласить еще кого-то свидетеля

те, которые ты, не, в, ты, ты борешься, и ты не в состоянии преда, преодолеть это. Особенно это важно исповедовать перед другими людьми. Аз Заключение. Гдиш зман Очень важно посвящать время молитве. Заеба и чтобы это было постоянное э, упражнение. И тогда, если это будет происходить в твоей жизни, то тогда э, слава Всевышнего и э, присутствие Всевышнего оно будет последовать, оно будет везде там, где будешь ты. Ты будешь знать э, э, хотение Всевышнего, его волю и э, его э, э, сможешь получить изменения во внутренности своей и... Вовне. У тебя будет сила влиять на обстоятельства. У тебя будет, будет сила влиять на духовные сферы и освобождать людей, выводить людей на свободу. Благодарение и исповедание очень важные вещи в молитве. И ходатайство

Отец, дай нам мир и улучши uh, наши отношения с Тобой. Чтобы мы могли познавать Тебя все больше и больше и глубже. И чтобы наша молитва uh, была качественной, которая достигает действительно Твоих ушей. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.